Ребят, всем привет! Как же давно мы не виделись! Я очень рада, что вы смотрите это видео. Давно я не снимала бьюти-контент, макияжи, прически. И сегодня я прям убью трех зайцев, можно так сказать. Я покажу вам, как я сделала, выполнила вот этот легкий романтичный макияж. И романтичный, потому что мы собираемся вместе с вами на романтическое свидание. Как я выполнила вот эту причесочку. И в конце видео вы увидите, что же за наряд на мне. Конечный образ на романтическое свидание. Так что, если вам интересно, оставайтесь. Лето, солнышко, тепло, все хорошо, и буду отвечать еще параллельно на ваши вопросы, рассказывать вам, где же я беру косметику, покупаю. Вот знаете, в Америке очень любят скидки, и все мы любим скидки. В общем, у меня здесь очень много разной косметики, при помощи которой я буду делать макияж. Ее я заказывала на сайте iHerb. Вы можете заказать из ваших стран СНГ то же самое, то, что я заказываю для себя. Там сайт iHerb есть доставка по всему миру, они доступны более чем 150 странам мира. У них есть поддержка на 10 языках, даже есть русский язык. И 24/7 у них техпомощь, вы можете обратиться по любым вопросам. И я уже более 5 лет заказываю с сайта iHerb различную продукцию. Вы об этом прекрасно знаете. Большинство моих видео в YouTube именно о том, что же я заказывала из Америки, да? Из Америки, когда жила в Казахстане. А теперь я живу в Америке и тоже продолжаю пользоваться сайтом iHerb, потому что там просто нереальные скидки. Вот, например, косметику, которую я заказала оттуда, и вообще как бы заказываю очень часто, а там есть такие популярные бренды, например, как Estée Lauder, Smashbox и так далее, на них там потрясающие скидки. И я все ссылки на товары, то, что я сегодня использую в этом видео, показываю, я оставлю в описании под этим роликом. И еще, как вы знаете, мы обычно в коллаборации с iHerb сайтом, ну, в общем, как бы блогеры очень многие. И у меня есть персональный промокод на скидку, вы можете им воспользоваться, я тоже его оставлю в описании под этим роликом, и вы получите при заказе скидку на ваш заказ общий. Что? Там есть все что угодно, там начиная от продуктов, бьюти, уход за лицом, за телом, за волосами, животные, детки. Там есть все. Там более 30 тысяч натуральных товаров представлено. Да. Начнем с тонального средства. Любимейшее средство на выход в свет. Если я хочу, чтобы макияж был плотненький. Ну, не сильно плотненький такой, знаете, хорошенький, продержался долго. Я всегда использую Double Wear от Estée Lauder. 30, защита SPF 30. Пока я вот все это дело наношу очень аккуратненько, я хочу с вами поболтать. Вот вы мне задаете вопросы, чем же я сейчас занимаюсь здесь в Америке, что же я такого делаю. Так вот, я сейчас прохожу обучение, хотела поделиться. Кто следит за мной в Инстаграме, тот, конечно же, уже давно знает про это. Я сейчас прохожу обучение в школе коучинга Тони Робинс. Если вы не знаете, кто такой Тони Робинс, то погуглите обязательно, кто это такой. И можете даже прослушать его какие-то лекции на YouTube. Он помогает людям, помогает парам. И как бы вообще спасает очень много жизней. Мы были на его дне рождения в Лос-Анджелесе. Я снимала, кстати, влог и его не выложила. Обязательно, кстати, я его выложу на канал, чтобы вы посмотрели, потому что я там встретила Пэрис Хилтон. Это было нечто. Это было очень масштабное день рождения на стадионе. По-моему, мы были в Лос-Анджелесе или в Сан-Франциско. Я забыла. Он занимается очень хорошими благотворительными делами. И вот этот его день рождения был посвящен тому, что они собирали деньги в его фонд, где они спасают детей от торговли детьми. Вот. И буду сейчас наносить. Я тоже Double Wear. Обожаю этот BB хайлайтер под глазки. Я его немножечко наношу, потому что он очень такой, знаете, светленький. Этот хайлайтер очень классно выбеливает и подсвечивает вот эти места, которые обычно у нас с тенью, с ямочками, которые мы очень хотим всегда высветлить, чтобы
моложе казаться. Очень хорошо подстраивается под ваш цвет кожи и высветляет прям очень классно. Следующий шаг — это я буду наносить просыпчатую пудру от Smashbox. Ее нужно вот так вот прокручивать, и она постепенно появляется из маленьких таких отверстий. Интересная рассыпчатая пудра. Она плотненькая, у нее хорошее покрытие. И после этой пудры мое лицо прям, знаете, оно идеально. Вы, наверное, мне не верите, но эту всю косметику действительно можно заказать на сайте iHerb сейчас. И там большие скидки, так что прям вот поторопитесь, я вам не просто так про это говорю. И теперь я своей любимой палеткой. Это специальная палетка от Smashbox для контурирования. Мой must have, пожизненный, мне кажется. Я сейчас буду контурировать свое лицо. Носик немножко и выделю немного скулы. В последнее время я просто немного заужаю кончик носа и немножко выделяю прям совсем скулы, прям совсем нет. Продолжим разговор про Тони Робинса, вот как он, насколько он замечательный человек, хотя многие, я знаю, критикуют его, говорят, что он обычный мошенник, выкачивает деньги, пудрит людям мозги. Но, знаете, я видела на своем примере большое количество людей, которые слушают его лекции, которые изменили свою жизнь, изменили свои отношения с мужем, или муж, например, который посещает Тони Робинса, или бойфренд, да, как у него меняется отношение к своей женщине, с которой он находится рядом. То есть, как бы он учит отношениям, он учит, как избавиться от вашего эго. Там ничего сверхъестественного, да, вы можете найти всю эту информацию в учебниках и самостоятельно проучиться, но когда у вас есть возможность посещать данные мероприятия, которые он организует, я думаю, почему бы и нет. А здесь это так распространено в мире. В планах у меня, конечно, еще побывать на его программах. Есть у него 5-дневные, 3-дневные программы, и по углям там бегать босиком. В общем, вы раскрываете себя, вы раскрываете свои потенциалы, избавляетесь от страхов, становитесь более открытым, осознанным человеком. В общем, это классные такие темы, которые нам всем необходимы, чтобы прокачать себя и расти дальше. Буду использовать румяна от Estée Lauder. У меня здесь оттенок 220, называется Pink Kiss. Такие нежные. А теперь буду наносить обязательно, всегда наношу праймер на веки, чтобы тени держались, чтобы ничего здесь не скатывалось. У меня здесь праймер Smashbox 24 часа. Я его люблю. Прям вообще прекрасненько. И теперь приступим к макияжу глаз. Я буду делать, знаете, такой легенький макияжик. Тоже у меня, знаете, палеточка от Smashbox. И сейчас я прохожу курсы коучинга. То есть я обучаюсь тому, что я могу помогать теперь людям тоже. Программа рассчитана на 100 часов. Я это прохожу все онлайн. По окончании мне выдадут сертификат о том, что я закончила курсы Тони Робинса. И я смогу людям помогать, смогу, потому что, знаете, почему я решила этим заняться? Вот я занимаюсь YouTube-каналом уже, наверное, 7 лет, да, если не больше. И каждый день ко мне приходят письма от разных девушек, от женщин, о том, даже от парней иногда приходят с вопросами, они не знают, как им поступить, просят совета. Там. Некоторые люди видят во мне авторитет, они хотят, чтобы я им помогла. Я-то знаю, в принципе, да, что сказать, как ответить, хотя я не имею права, там, я не психолог. Вот для этого я хочу пройти курсы, чтобы мои слова не были голословными, чтобы все это дело было подтверждено каким-то сертификатом, каким-то обучением, да, чтобы я действительно была вот полезна кому-то из вас. Я хочу помогать, я чувствую, что это мое предназначение, помогать людям. Можно развиваться во всех направлениях, быть красивой, уметь делать макияж, уметь делать прическу, ухаживать за своим телом, за своим питанием, за здоровьем следить, за детьми, за мужем, уметь общаться с друзьями и помогать другим людям, как бы, тоже не помеха, если вас об этом спрашивают. И развиваться в этом направлении, направлении какой-то осознанности, осознанности этого мира, осознанности происходящего всего вокруг, это, конечно, прекрасно, если вы
вот более-менее духовный человек. Мне это нравится. Что я делаю? У меня есть классный каял от Smashbox, и этим каялом я немножко прохожусь в начале во внутреннем уголке глаза и немножко прорисовываю стрелочку во внешнем уголке. Прям совсем чуть-чуть. Вы можете еще взять ушную палочку или кисточку и хорошенько растушевать эти стрелочки. Они будут томными и не очень заметными, не будут очень бросаться в глаза. Теперь тушь для ресниц. Тушь для ресниц у меня тоже от Smashbox. Она удлиняет и придает немного объем ресничкам. Я, кстати, отдыхаю от наращивания. Иногда хочется сделать наращивание, если еду в какую-нибудь поездку на недельку, и не хочется, знаете, там краситься каждое утро, вставать, можно нарастить ресницы. Теперь я хочу накрасить губы. У меня есть очень красивый нюдовый оттенок, тоже Smashbox. Ну что, мой макияж готов. Мне он очень нравится. Я такая свеженькая, такая прям пу-пу-пу-пу-пу. Сейчас еще накручу волосики и буду прям вообще шикарной королевой. И сейчас я буду накручивать волосы при помощи плойки. Она у меня, смотрите, такая прикольная, конусообразная. И за счет вот этого конуса кудряшки получаются немного другие. Пользуюсь я этой плойкой уже очень давно. Вот. И могу снять когда-нибудь на нее отдельный обзор, потому что на нее есть три насадки. Три разные насадки. Могу показать, какие кудряшки с какими насадками получаются. Что, ребят, я вот закончила наконец свою прическу, макияж. Сейчас я вам покажу в конце уже наряд свой. Очень была рада с вами поболтать. Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы, задавайте их под этим видео в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube канал. Я постараюсь вас чаще радовать видосиками, так что сейчас следите за моим инстаграмом, да. Так что всем спасибо за просмотр. Пока-пока.